День рождения совсем не грустный, а очень даже веселый праздник, если речь идет о дне рождения друга. Свой 25-й юбилей отмечает Латвийская фенологическая ассоциация «Филимур», партнер рубрики «Наши любимые животные». «25 лет – действительно очень впечатляющая дата, особенно когда речь идет о кошачьем клубе. Филимур 25 лет назад и Филимур сейчас. Какие это клубы? Чего вы достигли? Чем вы гордитесь больше всего за это время?» Ну, я хочу, во-первых, отметить, что Филимур был вообще первый кошачий клуб в бывшем Союзе. Конечно, мы тогда ничего не знали. У нас было только 3 животных с полной родословной. И остальные кошки были по фенотипу похожие на породы. Сегодня наш клуб имеет больше 100 членов. У нас 60 питомников. У нас зарегистрировано в нашей племенной книге 10 тысяч животных. У нас работа ведется с 27 породами. То есть мы выросли. Для большинства членов клуба «Филимур» фелинология – это серьезное хобби. Клубные питомники качественно ведут работу по разведению, в них рождаются здоровые и красивые котята, которые впоследствии находят хозяев по всей Европе и даже в Америке. Кошки из «Филимура» постоянно побеждают на самых престижных выставках в стране и за ее пределами. Если посмотреть данные за последние три года, то на всех самых престижных выставках, то есть мировых выставках, на выставках международных с очень большим количеством животных, им именно филимуровцы всегда в числе тех, которые занимают места на бесте. А в каких международных организациях состоит клуб «Филимур»? «Филимур» состоит организацией World Cat Federation, или Всемирная федерация кошек, в которой объединены более 40 разных стран. 25 лет за плечами. Какие планы у «Филимура» на будущее? Ну, надо сказать, что у нас планы, конечно, как у Наполеона, очень грандиозные. Во-первых, мы хотим начать с Нового года серьезный курс обучения фелинологов. Мы хотим уже помогать нашим владельцам приобретение племенного материала. В следующем году у нас будет мировая выставка, которую мы будем организовать 17-18 марта в Риге. Это тоже такое, ну, неординарное мероприятие. И если судить по прошлой выставке 2008 года, когда на выставке было 320 животных, то в этом году, в следующем году мы ожидаем около 400, потому что уже сегодня многие владельцы животных из Швеции, Норвегии готовы приезжать на наши выставки. Спасибо вам большое. Мы вас поздравляем еще раз с этой замечательной датой. Желаем вам еще столько же и больше, и чтобы все ваши наполеоновские планы обязательно осуществились. До новых встреч на кошачьих выставках и, конечно же, здесь, в клубе «Филимур».